Дорогие друзья, я рада сообщить вам, что моя первая книга, которая называется «Сила энергопрактик», появилась. Появилась она пока еще в электронном варианте, в формате EPUB и PDF, открывается на любом устройстве, на компьютере, на планшете, на телефоне. Еще до выхода книги ее приобрело достаточно таки большое количество моих подписчиков, что мне очень-очень сильно помогло и поддержало меня в этот момент, потому что первая книга — это все-таки событие. Спасибо вам большое за то, что меня поддержали, спасибо за отзывы. Отзывы замечательные. Я очень нервничала, если честно, потому что все-таки это первый ребенок. И я на самом деле волновалась, получится ли книга такой, какой я задумывала, понравится ли она читателям, но отзывы, которые мне написали лично читатели книги с личным сообщением по e-mail, в директе, отличные. Я очень рада, я все-таки сделала это. Что ожидает вас в книге «Сила энергопрактик»? У меня 19 лет опыта в эзотерике. Действительно реального опыта. Я начала заниматься этими практиками, когда мне было 15 лет. Какие это практики были? Это были практики перепросмотра, работы с прошлым, практика визуализации, медитация, остановка внутреннего диалога, практика созерцания, практики различные на привлечение любви, удачи, денег. Этим всем я занималась много лет, и я выделила практики, которые эффективны, которые рабочие, которые мне лично помогли добиться результата. Впоследствии я видела на участниках моего курса, что они также рабочие и эффективные. В книге я собрала эти практики, пошагово описала их на примерах моих студентов и объяснила, как работает эзотерика. Книга — это прагматичный, очень ясный взгляд на эзотерику. В ней я даю ответы на многие вопросы, которые мне задают в личных сообщениях, в комментариях на YouTube. Такие, например, можно ли привлекать конкретного человека? Почему так трудно привлечь мужчину мечты именно идеального партнера? Почему никак не удается привлечь деньги? Почему не получается визуализация? А как работать все-таки с практикой перепросмотра и тому подобное. В книге 8 глав. В первой я рассказываю о том, как я пришла к эзотерике и описываю свои результаты. Во второй главе мы поговорим о том, как начать мыслить позитивно и избежать подводных камней позитивного мышления, как правильно запустить намерение, желание, как повысить самооценку и как избежать страхов. На это все я даю практики пошагово и очень конкретно. В третьей главе я расскажу об эффективнейшей практике перепросмотра. Глава длинная и очень детальная. Перепросмотр — это эффективная практика для борьбы с травмами прошлого. И никакое радикальное прощение не сравнится с перепросмотром по силе. А четвертая глава посвящена у меня визуализации. Почему нужно учиться визуализировать? Как визуализация влияет на наше будущее, и в книге привожу примеры собственного опыта и невыдуманного опыта, как визуализация вообще повлияла на мое будущее сейчас, почему она сделала меня такой, какая я сейчас сижу перед вами, такой, какой вы меня сейчас знаете. В пятой главе я поделюсь с вами методами привлечения самого подходящего партнера, отвечу на вопросы, почему так трудно найти вот этого идеального принца, которого мы так хотим встретить, а почему можно или нельзя привлекать конкретного человека, отвечу на этот вопрос, потому что очень часто задавали его и дам действенные практики. Шестая глава посвящена взаимоотношениям с людьми, неважно, какие-то отношения дружеские, любовные, партнерские, бизнеса, как влиять на людей, как нравиться людям. Я даю правила общения с людьми, а также действенные практики на влияние. Седьмая глава о деньгах, как я начала свой путь, описано в своем примере, как я
трансформировала свое мышление и как я начала притягивать, привлекать те материальные блага, которыми я обладаю, и конкретные примеры, конкретные практики. Все это есть в 7 главе. 8 глава о мотивации, о том, что делать, когда книга прочитана. И я прекрасно знаю, что мотивация не всегда на такой высокой отметке стопроцентной. И что делать, чтобы просто не забить на все и практиковать дальше. А книга не бесплатная. И, конечно же, можно найти всю информацию в интернете, но мы действительно ценим только то, за что мы отдали часть своей энергии. Деньги — это энергия. И то, что я писала в этой книге, это уникальный опыт, действительно реальный. И я подчеркиваю это, потому что сейчас многие люди занимаются эзотерикой, но немногие люди сознательно занимались этим большую часть своей жизни. Приобрести книгу можно будет по ссылке под видео. И заранее скажу большое спасибо тем, кто это сделает. Отзывы о книге также можно почитать по ссылочке на странице. И я желаю вам приятного чтения и удачи в практиках. Обязательно пишите свои отзывы потом, как все сработало. Мне это очень-очень интересно. С вами была Алекса. До скорой встречи!